Повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки рискованно для экономики Украины. Этим вопросом должна заняться Национальная комиссия по регулированию транспорта. Создать ее предложили на общественных консультациях при Государственной регуляторной службе в Киеве. Участие во встрече приняли представители основных отраслей экономики. Ранее Министерство инфраструктуры планировало повысить тарифы на перевозки Укрзалезницей на 15% уже с 1 марта. Представители реального сектора экономики выступили против. Генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма уверен, повышение тарифов сделает продукцию предприятий, ориентированных на экспорт, неконкурентоспособной. Экономика находится в реальном кризисе. Что можно делать в промышленности? Нужно работать и повышать свою эффективность. И точно того же мы ожидаем от Укрзалезницы и от всех других государственных монополий. Не перекладывать свои проблемы и свою неэффективность на плечи потребителей, не перекладывать неэффективность водоканалов, теплосетей на плечи граждан Украины, а заниматься, бороться с коррупцией, повышать эффективность, снижать затраты. Именно то, что делаем мы каждый день, для того, чтобы выжить в этих сложных условиях. Если мы будем так идти плечо в плечо, а не просто друг другу подставлять подножку, тогда, я думаю, мы сможем сохранить экономику Украины.